Так вот, если говорить теперь о панамских счетах Дариги Назарбаевой или о счетах Тимура Кулибаева, я сразу говорю, как только мы приходим к власти, все счета мы арестуем внутри страны, все активы внутри страны мы арестуем, они будут сидеть в тюрьме, и доказывать там нам будет легко, что они крали государственную собственность. Вы знаете сейчас, что происходит в Армении. Там идет борьба с коррупцией очень стремительно. Армянская экономика очень маленькая по сравнению с Казахстаном. У нас масштаб воровства исчисляемый десятками миллиардов долларов. У одного Назарбаева состояние минимум 200 миллиардов долларов. Минимум. Несколько десятков миллиардов долларов у его зятя Тимура Кулибаева. Каждый член его семьи является миллиардером. Все они сядут в тюрьму. Я вам хочу сказать, как будет меняться ситуация. 23 июня мы проведем второй митинг ДВК. 6 июля мы проведем третий митинг ДВК. И шаг за шагом, проводя те или иные акции, мы нарастим нашу численность, объединим наш народ, раскроем глаза, покажем, кто грабит страну. И в итоге все кончится крахом этой коррупционной политической системы. И наступит облегчение, потому что к власти придет демократическое правительство, избранное народом Казахстана. Это будет очень скоро. Это все будет не то, что на ваших глазах. Это будете делать вы, которые сейчас осознали, что так дальше жить нельзя. Нам надо менять страну, измениться самим, и мы можем стать крутой нацией.